Тверская область вновь вошла в золотую двадцатку национального туристического рейтинга за 2019 год. Об этом сообщается на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». И Верхневолжье продолжит привлекать гостей из других регионов и стран. Региональный Кабмин утвердил туристский календарь Верхневолжья на 2020 год. В него вошло в два раза больше событий, чем в 2019. Тематика разная – гастрономическая, спортивная, музыкальная, этнографическая, агротуристическая, патриотическая и не только. Ирина Синягина продолжит тему. Отбор мероприятий для включения в календарь событий проводился на основании конкурсного отбора. Было подано более 120 заявок. В результате экспертами и членами рабочей группы отобрано 89, представляющих наибольший интерес для туристов, мероприятий, которые пройдут в следующем году в 31 муниципальном образовании региона. Туристическое направление сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики, потому что большое участие в нем принимает средний и малый бизнес, и задача региональных властей – это создание инфраструктуры, на основании которой уже мог бы развиваться средний и малый бизнес, создавая новые рабочие места и повышая инвестиционную и туристическую привлекательность региона. Ежегодно туристический календарь событий Тверской области пополняется новыми мероприятиями. Для сравнения, в 2018 году в него было включено 40 событий, в 2019 – 45. По мнению губернатора, проведение наибольшего числа интересных и ярких событий на высоком уровне будет способствовать росту туристического потока в наш регион. Мы планируем за ближайшие еще оставшиеся 2 года по нашей программе увеличить вдвое поток приезжающих туристов. Я думаю, что и жители видят, что, развивая туризм, мы все-таки преображаем и приводим в порядок свои муниципалитеты, свои такие интересные места, исторические памятники, малые города, наш областной центр. Это комплексная работа, которая, я думаю, для всех будет являться таким позитивом. Больше всего мероприятий планируется провести в Твери, а также в Калининском, Конаковском, Старицком, Торжокском районах и Осташковском городском округе. Среди ключевых в новом году – гастрономические фестивали «Верещагин Сырфест», у Пожарского в Торжке «Селигерский рыбник», фестиваль карельского пирога «Калитка», пушкинский праздник поэзии в Берново «День русской деревни», а также фестиваль «Вкус Верхневолжья» в областной столице и другие.